19 лет тюрьмы с конфискацией имущества грозит бывшему премьер-министру Молдовы Владу Филату. Такое наказание для него потребовала прокуратура в Кишиневе. Экс-премьера подозревают в причастности к исчезновению миллиарда долларов из молдавских банков, занимающихся социальными выплатами. Бывший глава Кабмина Молдовы, который занимал пост с 2009 по 2013 годы, был арестован 8 месяцев назад. В тот же день, когда в парламенте проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности. Сам Влад Филат называет дело политически мотивированным и нарушающим права человека. 17 дней назад он объявил голодовку, требуя допустить в зал суда журналистов. Дело в том, что процесс над бывшим премьером Молдовы проходит в закрытом режиме.